основная задача, которая перед нами сейчас стоит, это, конечно, переход нашей медицины на плановость. Я думаю, вы все со мной согласны в этой части. И, естественно, мы должны сохранять необходимый резерв коек под ковидную задачу. Но надо сказать, что мы с вами научились их быстро разворачивать. Поэтому, коллеги, мы ряд ковидных баз еще до Нового года с вами перевели в плановый режим. Эту работу нужно продолжить.